трансляцию чемпионата страны по спортивной гимнастике из дворца спорта Олимпийский в Москве. За моей спиной вот на плазменном мониторе в синем свитере Денис Косинов, в розовом Лидия Гавриловна Иванова, наша замечательная великая гимнастка. В общем, цвета соответствуют свитеров, там они такие должны быть. Вот, они находятся уже на комментаторских позициях в Олимпийском, и, соответственно, и мы через какое-то время передадим слово, а пока мой первый вопрос и вопрос Лидии Гавриловне. Для тех, кто, может быть, не знает, скажу, что Лидия Гавриловна не только замечательная гимнастка, красивая женщина, она еще и супруга Валентина Иванова, нашего великого футболиста. И вот какой вопрос. Лидия Гавриловна, вы меня слышите? Да, да, я хорошо вас слышу. А вы любите футбол? Естественно, я обязана любить. Я 44 года живу с Валентином Казанчем Ивановым в ранге жены его. А что вы любите больше, футбол или спортивную гимнастику? Или гимнастику в целом? Это каких-то таких два варианта. Я не могу расстаться со спортивной гимнастикой. Гимнастика ни в коем случае. А с футболом в силу родственных отношений. Понятно, понятно. Скрытно, но понятно. Лидия Гавриловна, скажите, пожалуйста, вот футбол, безусловно, всегда был остается спортом номер один в стране. Сейчас, в общем, футбольный бум. Понятно. Все любят, все смотрят, все вкладывают деньги. Я еще раз возвращаюсь к вопросу о финансировании спортивной гимнастики, как медального и золотого вида спорта нашего. В предыдущей трансляции нашей утренней уже звучали слова о том, что вот в 98-м году не смогли даже насобирать деньги на аренду Олимпийского. Как сейчас обстоит ситуация? Не лучше, не лучше. Я все время говорю, к добрым людям обращаюсь, найдитесь, пожалуйста, разумные, перспективно мыслящие, ну, обеспеченные категории, я не знаю, фирмы. Ну, в общем, те люди, которые способны помочь этому виду спорта, потому что он невероятно неизмеримый вклад вносит в общую копилку всего вообще развития спорта в России, а в Олимпийском зачете на первом месте. На первом месте до сих пор и денег... До фехтования, конечно, стоит. Которые, в общем, в том же положении сейчас находятся. Наверняка, и не только фехтование, потому что у нас сейчас только такие виды спорта хорошо, наверное, финансируются, что ли, как футбол, борьба, вот такие вот. А те виды, которые мощно по коэффициенту полезного действия, но почему-то вот они не объяты вниманием великих людей. Понятно. Тогда... Уже вопрос вам обоим в предвосхищении того, что будет происходить через несколько минут в Олимпийском. Вопрос следующий. Что мы сейчас с вами увидим? В каком состоянии Хоркина находится, в каком состоянии Замолотчикова, у которой была травма, в каком состоянии Зиганшина? Будет ли между ними борьба, ваша оценка? Ну, о перспективах борьбы, наверное, Лидия Гавриловна точнее прокомментирует ситуацию. Что же касается Хоркиной, знаешь, Витя, вот как была эта женщина для меня, например, совершеннейшая загадка, так и остается. Если полгода назад было практически категорично заявлено, что все, хорош, сколько можно, пожалуйста, Света снова выступает, и отменно выступает. Первый результат после квалификации, и вот это уже много-много лет. Она всегда борется, и в какой бы форме замечательной ни была, например, та же Лена Замолотчикова, которую вы сейчас видите, исполняющая опорный прыжок со своей шикарной этой традиционной улыбкой, в какой бы форме ни находились иные конкурентки, будь они из России, Румынии, Китая или Америки, Света всегда с ними будет бороться. Я вообще глубоко убежден, что турниры по гимнастике со Светланой Хоркиной и без нее – это две разные категории соревнований. Ну, пока спортивная гимнастика женская со Светланой Хоркиной, значит, это хорошо, значит, мы ее будем смотреть сейчас. Справедливо. Ну, вот сейчас завершила свой прыжок, и мы с вами видим повтор уже неоднократный Елены Замолотчиковой. Это сальто с двумя винтами, Цукахара с двумя винтами. Ну, напоминаю, конечно, она с этим снарядом в очень добрых отношениях. Она чемпионка мира в прыжках, чемпионка Олимпийских игр. И, конечно, она не собирается здесь с ним расстаться, надеюсь. А плюс использовать его как подспорье для того, чтобы набрать в многоборье соответствующую сумму, которой ей будет достаточно для первого места. Это что касаемо Елены Замолотчиковой.
Сейчас у нас вышла на старт Александра Шевченко. Да, она сделала полтора винта, в отличие от Лены Замолотчиковой. Это сразу будет прыжок немножко дешевле, как говорится, ну, менее оценен по базовой стоимости. Вот ее тренирует, вернее, указания ей дает Виктор Николаевич Гавриченков. Это заслуженный тренер Советского Союза. Вот рандафляг и раз винт. 2,5, простите, я ее обидела. Это очень мощный прыжок, очень, в смысле, по сложности очень трудный. Так, еще раз проверяем один винт, второй. Так все быстро, что даже моих глаз не хватает. 1,5 винта или 2,5. Я очень извиняюсь, сейчас немножко, как говорится, въедем в этот темп. Уже было сказано, что Светлана Коркина лидер после квалификации. Далее. Анна Павлова со вторым результатом отобралась в финал. Наталья Зиганшина с третьим. И вот та самая Елена Аношина, которую вы сейчас видите, с четвертой суммой. Рандацляк. Такой же прыжок, как сделала Шевченко у нас сейчас. Александра выполнила Елена Аношина. Елена Аношина, ну, еще... вообще девчонки юные, конечно, 88-го года, даже у нас математика Денис, 88-го года рождения, это где-то 15 лет, да? Кстати, на взрослых помостах гимнастка имеет право выступать, начиная с 15 лет только. Аношина у нас из города Самары, значит, выступает она за Приволжский регион, она уже чемпионка Европы среди юниоров. Но тем временем арбитры пока только вот наконец выставили ей оценку. Это... Каждый из судей показал свою сумму скидки. Да-да. И... База была продемонстрирована раньше. Mm-hmm. Итог даже не дотягивает до 9. 8,650. Знаете ли, это немного. Понятное дело. Наталья Зиганшина. Да, но это уже более опытная гимнастка, и постарше она и возрастом, она на 3 года старше Аношиной. Из Санкт-Петербурга, сейчас, рандацляк, ага, и двойной винт. Ну, сразу, наверное, даже вы, зрители, заметили, насколько фаза полета длиннее, выше и дальше. Это один из самых главных факторов в исполнении прыжка, потому что надо развить действительно легкость, воздушность такую, чтобы зритель вместе... Гимнастки испытывали какое-то ощущение полета. Тренирует. Поистину золотой полет. Если вы вот да. говорили о том, что на прежних Олимпиадах стоило добраться в программе игр до спортивной гимнастики, и Советский Союз мощно ударял по всем конкурентам, да. в первую очередь, да. по США, то вот сейчас то, что мы с вами видим, увы, есть, наверное, единственный шанс выиграть олимпийское золото в следующем году есть. В Афинах. Потому что вот именно в опорном прыжке позиции российской гимнастики сильны. И сильны не только Замолотчиковой, но еще и той же Зиганшиной. И Зиганшина, да, она очень... Собственно, вот на... Это приятно, что такая плотная конкуренция. В финале Кубка мира в Штутгарте они даже разделили первенство в этом виде. Блестяще. Вот тебе, пожалуйста, Анна Павлова с таким... звонким Анна Павлова, да, созвучим, потому что все сразу, да, конечно, ассоциируется, я думаю, с той Анной Павловой, которая вообще прогремела как лучшая танцовщица, я так понимаю, балерина, да. Но Анна Павлова очень понравилась, ну, мне лично на чемпионате Европы в Греции, когда она просто так заставила звучать свое имя и фамилию свою, и все ее заметили, запомнили, и, конечно, ее уже... воспринимают как претендентку на что-то такое большое в мировой гимнастике. Ну, весьма, весьма хорошо выполнен прыжок. Как скажем, старт для нее был неплохим. Это Анна Павлова, тренирует ее мама Павлова Наталья Евгеньевна и папа Павлов Анатолий Борисович. Это редчайшее явление вообще в гимнастике. Правда, не очень редко, когда мама рядом, но когда и папа, и мама, и дочка, мне думается, прежде всего, это большая ссора должна быть, потому что работа невероятно сложная. И кому-то нравится, кому-то не нравится, но я думаю, тут больше всего должна капризничать в этой ситуации Анна. И как они этот треугольник свой раскручивают, я только могу представлять и догадываться. А результат получается, кстати, очень хорошим.
Ну и наша. Вот. Вот и все тут. Это была фраза по Фрейду. Ну и наша. Да. Ну а что еще добавить про нее? Вот это наша, да. Только сказано уже, тут никаких эпитетов. Национальное достояние российской спортивной гимнастики. Вот так вот громко, но это так, это так. И выполнила она этот прыжок, потому что он всегда немного переживательный, так как она, это не ее коронка, как бы, да? Но она вот сейчас нашли, они вместе с Стилкиным Борисом Васильевичем, вот этот, он сложный, такой какой-то каверзный, капризный прыжок, но она вертка, весь свой рост длинный складывает в этих вращениях и группировке, и получается, в общем, довольно неплохо. Вот так вот. Вот этого прыжка ей тогда не хватило на Олимпийских играх. Ну вот Света, неувидаемый Света. Она понимает, понимаешь, у меня такое ощущение, что она особенно и не любит болтать о том, она знает свою собственную цель, чего она перед собой поставила. Быть на Олимпиаде, как бы она решит, значит, быть или не быть. Вот мне думается, что распоряжается полностью своей судьбой она сама. Боюсь за одним единственным исключением. Если уместно это сравнение, да? Да. То так же, как коренелому курильщику не в моготу отказаться от этой привычки, ну, Ларе Коркиной, просто не в силах, вот пока она сильна и да. Пока у нее вообще есть какой-то интерес, вот она не в силах отказаться от гимнастики. Ну, вот я хочу не может, и все. Да, я хочу добавить, что очень хорошая оценка. 9.5 – это заявка. 9.5 – прыжок Светланы Хоркиной. С этого старта она стартует в чемпионате России. Так, и сейчас мы с вами... Вот первый... Видите, как быстро пролетел этот вид. Он, правда, очень кратковременный по исполнению. Всех претенденток на первое место мы в этой команде с вами охватили. У нас еще за бортом осталась Людмила Ежова. Это несменный член сборной команды, чемпион мира, то есть призер чемпионата мира, да и чемпионка мира. Вот она в данный момент работает на брусьях, пятом, вот я не знаю... И как раз она сейчас вот она и готовится. Готовит наряд к собственному выступлению. Вы видите... в очередной раз сменившую прическу Люду. Ну, она взрослеет, она находит свой имидж, находит свой почерк какой-то во всем и вся. Так что вот если будет у нас возможность увидеть Людмилу Ежову, это будет замечательно. И мы бы ее, может быть, потом так в будущем и прослеживали, потому что она, естественно, может внести какие-то поправки в расклад мест. Хоть и не зацепилась. На всякий случай снова и снова повторим у Людмилы Ежовой. Нету, скажем так, прыжка? Многоборного честолюбия, да, она и не претендует. Хорошо. Да, но у нее зато два стабильнейших вида. Это вот то самое слово, которое не очень понятно. Мало кто может про себя сказать из наших гимнасток, я имею в виду вот стабильнейшие. Вот у нее стабильнейшие брусья. Стабильнейшее бревно. Да. И бог бы с ними, в общем-то, да? Да, и она с вольными очень... прыжками. Конечно, потому что сегодня такой расклад, такой зачет по регламенту в чемпионате мира, что можно менять на тех или других снарядах наиболее перспективных спортсменов. И она приносит просто невероятный такой заметный вклад в победу команды, когда ее подключают к бревну и к брусьям. А уходит вот в это время... Вот давно не было. Но, правда, сейчас в Румынии кризис. Кризис. Сказано, как ни странно, вот мы все сетуем на то, что у нас этих денег нет на гимнастику, да? Да. У них, видите ли, проблем в том, что слишком много их вдруг оказалось. Да. Ну, подумал об этом. Людмила Ежова на брусьях на ваших экранах. Давайте, это ее, можно сказать, коронка. Она девочка такая легковесная, небольшого роста, но хорошо обучена по технике исполнения, что ей гарантирует... как же заменить слово стабильность, но гарантийность, не сорваться, вот так вот сказать. Вот она как легко вообще виртуозно выполняет эти повороты, стойки, и не просто руками переступает, она подпрыгивает и поворачивается на 360 градусов. И вот эти прям незаметные плетения, то оборот вперед, то оборот назад, то перелет, и все это она так быстро заполняет, что получается, в общем, довольно виртуозно. И двойной сальто вперед с поворотом. Вот она ошибка, где она ее поймала. Видно, очень порадовалась за то, что удалось все упражнение. И тут как бы уже только себя скинуть со снаряда и поставить на ноги.
А, ну тут ее и подкачало. Такая вот ошибочка, как Люда сейчас на приземлении топала-топала и так все глубже приседая, она стоит дорого, в районе 0,3. Для экстра большой оценки это, конечно, страшно большая оценка, ошибка. Вот она сделала сальто вперед, ноги врозь, отмах в стойку на кистях и большим оборотом, сейчас посмотрим, с поворотом, ага, на 180. И надо почти стойки на кистях. Вот он, поворот на 360 в прыжке, прыжком прям как бы. И сальто боком, углом так, с поворотом на 180. У всех этих сальто есть имена. Дэлчева, Ткачева, но я думаю, и так непонятно будет. Пытаюсь просто сказать, как может быть больше понятно. Вот, видите, как переходит на нижнюю жердь. Она не просто переходит, она через почти стойку на кистях, да, с поворотом на 180, и так себя сориентировала, что попала точно на нижнюю жердь. Но здесь вроде... Это условие, обязательное условие или специальное требование менять жерди. Вот она, все гимнасты увлекаются верхней жерди, но обязательно надо показать ряд элементов на нижней жерди. Ну, сейчас мы с вами видим концовку, я думаю, вот приземление. Все было, ну, прямо скажем, на хорошем уровне. Вот она, оборот вперед, и сальто вперед двойное, с поворотом на 180, но здесь не показали приземление. Вот, вот, раз, 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 два, это уже прям жалобная книга, а не приземление. Жалко. Ну вот сидит судейская коллегия, в очках женщина, это Раиса Терехина, судья международной категории, она здесь, естественно, главный судья. И рядом с Любой Бурдой они выезжают на все вот сегодня ответственные старты. Это два наших ведущих судьи в женской части. Тоже вот, опять же, да? К вопросу о различных сетованиях. Угу. Нету, мол, наших представителей во властных гимнастических структурах, да? Да, ты жалуемся мы. Пожалуйста, есть же Нелли Ким, которая представляет Белоруссию. Уже вице-президент, она женского технического комитета международного. Уж, наверное, могла бы, что называется, по старой памяти. Ну, она, в общем, по-моему, нормально к нам относится. И всю разведку, все... Не вот, помогает? Все равно проигрываем румынку. Денис, ну невозможно. Тебе даже Титов так ответил. Я просто, извините, следила за Миллер. Это очень хорошая, тонкая гимнастка из Санкт-Петербурга, которые тут были некоторые проблемы, она не выступала период. Сейчас я очень рада, что она вышла на старт. Элегантная девочка, она выступала на чемпионате Европы в Греции, тоже зарекомендовала себя как очень перспективной гимнасткой. А теперь продолжу по поводу Нелли Ким. Нелли Ким, ну, мы буквально все же были родные и близкие, как говорится, в том большом Советском Союзе. Поэтому и до сих пор мы ее встречаем. Но она непосредственно не судит, она вице-президент, она в лучшем случае может быть главным на том любом снаряде. Ну, как-то вообще мы же боремся за объективность, даже такие моменты, нюансы неудобно по телевизору рассказывать, но врагом она для нас не является. Тоже уже неплохо. Может быть, потому что Беларусь не является для нас конкурентом. Это очень важное замечание. Вот была бы Беларусь, например, опять же, с нами так вот тягалось, то и тут трудно было бы вообще говорить о помощи. Вы видите, то, как приближается к концу первый раунд соревнований, прыгуньи свое уже давно отработали. Во-первых, прыгуньи давно отработали. Во-вторых, брусья задержанный снаряд. Мы уже мне один раз объясняли, что требуется большой подготовки для каждой гимнастки. Поэтому тут затягивают. Ну и вольные упражнения что-то еще пока идет полностью. Потому что упражнение длится не менее чем одну минуту и до минуты 20. Ну а на этих самых вольных, видите, Марию Крючкову видели какое-то время. Ну а брусья к упражнению... Готовится, наверное... Готовит Александра Шевченко. А...
но это уже, но они подошли следующие, это, да. Впрок. Это они просто пораньше, нелегально, прямо скажем, потому что на чемпионатах мира вот такое опробование не разрешается. И вот возникла таким образом некая пауза в показе, собственно, гимнастики, и у меня сразу вопрос. Итак, Хоркина не бросила гимнастику. Нет, нет, Денис, и не было такого категорического заявления. В связи с этим, как бы, вопрос очень простой. Извините, извините, Денис, пока показывает Виктор Николаевич Гавриченков и маму Анны Павловой, которая является, ее Наталья Павлова, которая является тренером этой ведущей девочки на сегодняшний момент. Ну так вот, при всем том, что у нас есть и Павлова, и Зиганшина, да. И Заволочкова, само собой, и Ежова, и Лобознюк, которая, ну, наверное, наконец скоро уже войдет в строй, что называется, ну, старается, полностью, да? И вот вот. Все эти девушки вновь оказываются за спиной у Светланы Хоркиной. Во-первых, оказывается или нет, на ваш взгляд? Вот они за спиной у нее все-таки или нет? Оказывается, справедливо. Или уже обошли? Они совершенно справедливо, ты высказался, оказываются за спиной Светланы Хоркиной. Но это не значит, что они не пытаются ей составлять конкуренцию. Так вот это вот полезно, то, что вот они знают, что вот есть Хоркина, и поэтому по определению ее будут судить за ее вот многолетний... за ее, ну, многолетнее, да, служение, да, не только, да, не просто гимнастики, а имиджу гимнастики, да. Вот ей, ее будут судить хорошо, а нас уже, мол... Нет, Денис, такой обстановки не может вопроса быть в отношении судейства. Судья обязан, невзирая на имена и на всякое разное, судить объективно, верно, честно, это как положено. Ну, конечно, не всегда так получается. Ну да, в том-то и дело. Но вот это выражение, что мы с тобой сначала, ты хорошо высказался, что вся эта перспективная молодежь оказывается за спиной у Хоркиной, я думаю, это их на сегодняшний момент даже устраивает, потому что она у них ведущая. И она им зарабатывает, она им тоже зарабатывает имя. Они находятся в фирменной команде под капитанством Хоркина. Это первое. Второе. Никто им не закрывает ворота. Дерись, в смысле, в спортивном плане. Выполняй все то, что ты умеешь. И, в общем-то, уже бывает иногда, что оценку получает какая-то следующая девочка и выше, чем Светлана Хоркина. Это хорошая спортивная конкуренция. Но роль Хоркиной в сегодняшнем положении дел в женской гимнастике унизить или как-то там снизить невозможно, потому что она во всех отношениях играет сумасшедшую роль. Хотя бы только тем, что она еще живет с ними в одной команде и на каком уровне. Ну, а учитывая то, что соперничать ей не только с нашими, но еще и с румынками, всякими китаянками, американками, ой, всякими разными, Нидерландов и так далее, перспективы этого соперничества, как вы оцениваете? Уже ведь на Сиднейской Олимпиаде, да, уже видно, специалисты, да, заявляли, что программа Хоркиной не столь сложна, как надо было бы. Вот, да. Так ведь и еще 4 года миновал. Да, конечно, Денис, все сложнее и сложнее. Мы уже не один раз тоже говорили о том, что завоевать там первое место там, на любых соревнованиях очень трудно, а удержать еще труднее, да? А теперь, если касаемо Хоркины, она уже столько на арене и столько в первых номерах. А как-то вот так создан человек, что всегда хотят все-таки смены, чего-то новенького. Невзирая на то, что поклонники ее, по-моему, не убавляются и болеют за нее. Но и не против той сенсации, если кто-то станет лучшим. Это только сложнее Светлане в этой ситуации. Только сложнее. Но вы знаете, что, конечно, она не хочет сдаваться и правильно делает. Но ей будет очень нелегко, вспоминая всех тех конкурентов, которых мы с вами наблюдаем в женской части. Это и румыны, это и американки. Но это будет борьба за медаль в многоборье, на ваш взгляд? Вот в многоборье я затрудняюсь. Или это будет борьба за собственный... Ну, за собственный имидж, вот там, я не знаю, за собственную репутацию и так далее. Это если про Свету конкретно, да? Да, совершенно. Я думаю, она будет бороться в многоборье, потому что она не удовлетворена или неудовлетворенная ушла с Сиднейской Олимпиады. Она, конечно, считает, что несправедливое положение дел оказалось в Сиднее. Вот. И она постарается. Спасибо, Лидия Гавриловна. Мы еще к этому не раз вернемся, поскольку Светлану будем показывать часто. А вот несколько секунд назад на экранах была очень интересная компания людей. Ну, Аркаева, все вы прекрасно знаете, я имею в виду тех, кто гимнастику смотрит регулярно. И вряд ли вам столь же хорошо знакомы были два других лица. Это были Джон Аткинсон,
Ни много ни мало президент Федерации спортивной гимнастики Великобритании. Да. Его жена Вера Аткинсон Маринова, или Вера Маринова Аткинсон, если угодно, которая сейчас поддана Ее Величеству, а некогда была гражданкой Болгарии. И занималась она художественной гимнастикой долгое время на болгарском телевидении, вела репортажи именно с художественно-гимнастических турниров, но вот вышла замуж за британца. Между прочим, Джон добивался ее руки, она говорила мне, 15 лет, кажется. Настойчивый мужчина, да, вне всяких сомнений. Он и во всех делах настойчивый. И вот ввиду того, что он так занимается спортивной гимнастикой, она переключилась на это дело, и она не последний человек в Международной Федерации. Приятно. Более того, она один из руководителей того подразделения, которое, собственно, осуществляет и проводит турниры Кубка Мира. Так вот, в Москве они не были 15 лет. Последний раз, вот, то есть Джон-то и вовсе не был, по-моему. Нет, с Олимпиады 80-го года. Я его как-то периодически вижу. Вот жена его, да. В любом случае, Вера не была 15 лет. Верю. Она сказала, что она не узнала этот город. Не узнала. Да. Приятный комплимент. Приятный комплимент. Они не случайно сидят рядом с Аркаевым. Да. Это идет некий... Ну, какие-то необходимые разговоры о проведении... Некий мониторинг, да, 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 ведущих Федерации спортивной гимнастики в мире. Вот они и мониторят. Мониторят. Очень приятно видеть столь, маститых гостей на этом турнире. Специалистов в этом мировой гимнастике. Это Аткинсон, он очень заметная персона. Очень заметная. И столько лет. И начинал-то он, в общем-то, с простого тренера, которому помогали мы, советские тренеры, советские гимнастки. Мы выступали у него, тренировались в зале. И он как-то так тихо-тихо, но дошел вот до уровня уже именитого специалиста и уважаемого специалиста, тренера из Великобритании. И вот они вместе с нами будут смотреть за тем, как вот эта самая лидерская команда будет в следующем раунде исполнять упражнения на брусьях. Да, брусья... Много-много лет всем было прекрасно известно этот снаряд Светланы Хоркиной. Можно, конечно, пробовать пытаться его тоже учить, но это будет борьбой за второе место. Первое, по определению, достается Светлане Хоркиной. Доставалось, да, поскольку... Мы наблюдали в прямом эфире спортивного канала этого плюс, как с этим, увы, пришлось вот с этой неизбежностью прекратить на чемпионате мира в Венгрии, в Дебрецене в октябре прошлого года. Света проиграла свой коронный снаряд. Изменила ли она программу и вообще изменила ли она собственный подход к этому делу? По-прежнему ли она... Сильна не вопрос, по-прежнему ли она жаждет только выиграть на брусьях. Вот все это можно будет, конечно, узнать и в интервью, но увидеть доведется гораздо раньше. Прям буквально сейчас. Да, на брусьях Света будет предпоследней. Первый на этом снаряде выступит Александра Шевченко. Ну, брусья, я хотел сказать, это, конечно, очень сложный вид многоборья, потому что, если мы с вами наблюдали прыжок... Лидия говорила, много лет я слышу вот это вот выражение. А трудно. Это вот очень трудно. Брусья – сложный вид многоборья. Самый сложный. Бревно – сложный вид многоборья. Неужели есть простые виды? Ну, правильно. Заметил? Но брусья, понимаешь, если, наверное, на вольных можно грации победить, там, на прыжках за счет прыгучести, то... На брусьях тут уже надо все в одну кучу собрать. И силу, и ловкость, и виртуозность, и технику, и нервы. Вот это все здесь. Потому что здесь не прикроешься каким-то вот там вот, как я воображал, на вольных чуть-чуть какие-то беды прикрыл вроде бы, да? Или уж за счет того, что у тебя толкачи хорошие, это ноги прыгучие, ты прыгнул, как у Замолодчикова, и особо не задумывается, она знает, что она там неплохая. Вот. А на брусьях уже Замолодчику себя совсем так вольготно не чувствует. Поэтому она трудная. Ну и так вообще правильное замечание, что все трудные. Так что же все-таки более рискованный снаряд для вот... Все. Хорошо. Все рискованные, все трудные. Это вообще вид спорта такой. Такой. И все-таки, когда вы
больше трепещете, когда наши выступают на брусьях или на бревне? И даже на вольных, и на прыжке. Это, пожалуй, квинтэссенс. Нет, Денис, это правда. Потому что, во-первых, у каждой гимнастки подспудно есть свой любимый, нелюбимый снаряд. И даже на любимом снаряде, хорошо, ты сейчас про свет очень хорошо рассказывал, на брусьях, тоже иногда срывается, да? Поэтому вот Борис Васильевич показывает Пупкина. Ну, этот союз, конечно, непобедимый. Да, он уже просто пособие, методическое пособие для всех спортсменов, для жизни в спорте. Итак, разминка завершена, наконец-то. Да. Александра Шевченко, я имею в виду разминку на брусьях, ну, на конечно. Других снарядах уже начались выступления. Соревнования даже, да. Ну, мы уже знаем, что Шевченко из Санкт-Петербурга тренируется Гавриченкова и у Семенова, и Маргариты Константиновны. О, какой интересный был переход с перелетом просто. Нет, Гавриченко всегда творит, он не может стоять на месте. Опять, причем назад, поворот на 360 она сделала. Вообще, очень сложная программа. Но сразу видны такие огрехи в исполнительском мастерстве. По элементам очень сложно, а частоты еще нет. Той, которая нужна для высшей оценки. Вот все. Вот это Александра Шевченко показала нам, из чего может состоять мастерская программа на брусьях. Это обязательно сальто элементы, обязательно стойки, в стойках повороты, обязательно перелеты и совсем обязательно закончить сложным соскоком. А сложный соскок уже, сами понимаете, уже и дыхание не то, уже не на том свежем состоянии, а соскок-то, как мы все с вами замечаем, не меньше двойного сальто выполняется. И вот даже это Александра Шевченко сейчас сделала двойной сальто вперед, каверзный, очень капризный соскок такой. Приземление абсолютно не видно. Гимнастка вращается вперед и не видит, как сбалансировать на приземлении. Только чистый тренировочный. Вот этим большим количеством повторений, можно сказать, ищется пол. Ну, вероятно, как и в любом деле, тут важно не переборщить, я имею в виду, с количеством повторов. Потому что вот, ну, вот Аркадий, этот, например, да. Анне Ковалевой давал много чудовищную нагрузку. Рассказывал об этом в публикациях, и, увы. Хорошо, попробуй объяснить это. Все-таки педагог в школе, в классе всем одинаково объясняет. Есть два отличника, четыре хорошиста, а все остальные неудовлетворительные. Все-таки данные, качество, способности или талант, не знаю, как объяснить, у кого чего больше. Но Анна Ковалева никогда не относилась к суперталантливой гимнастке. И, может быть, за счет вот этого юного трудолюбия она еще показала ряд успешных выступлений. Вроде даже себя зарекомендовала неплохо. Но точно так же быстро слетела, правда? Мы ее больше не видели. Так что вот такое голое повторение, оно не обеспечит успеха. Вот тут ум, находчивость тренера, педагога, как это суметь подготовить, правильно подвести к старту. Елена Аношина далее на брусьях и уже начала упражнение. Вот и все. Вот Елена Аношина начала и тут же почти дойдя до... Хотелось на увидеть, сорвалась. Как все пройдут этот снаряд без срыва. Без падения бы, да. Желаем. Мы всем вообще спортсменкам и спортсменам всем желаем, конечно, этого успеха. И она представительница Приволжского региона, из Чувашии, из замечательного города Чебоксары, о котором я говорю всегда в положительной степени, так как там отношения прекрасные. И тренер у нее молодая, Фомкина Татьяна, которая сейчас вот уже сошла с помоста, тренер, я видела ее, она ее страховала, мостик убирала, расстроенная, безусловно. Девочка, посмотрите, какая хорошая по данным. Она 88-го года рождения, так что будем рассчитывать, что у нее вся гимнастика еще впереди. И сильно расстраиваться не надо. Уже большой успех, что она на чемпионате России попала в ведущую команду. Это немалый успех. Ну и еще раз мы поблагодарим за эту девочку тренера Фомкину Татьяну и Платонову Светлану. Ну, я уже вам говорила, по-моему, о том, что она выступала на чемпионате Европы юниорской и... уже является в командном первенстве чемпионкой Европы. Вот это была Аношина Анна, то есть Аношина Елена, которая 88-го года, но уже мастер спорта международного класса.
Вот. А после нее, сейчас ее на повторе показывают. Видите, как они вроде слегка подхлёстывают снизу, даже подгибают ноги. Вот в этой плоскости очень видно вот эту вот грязь. И пируэт задняя, то есть двойной сальто с пируэтом, она выполняет соскок. Вот Гавриченков Виктор Николаевич. Скольких девочек он уже вывел на помост, и скольких на самый высокий помост, сколько он перенервничал на... Ну, как любой ведущий тренер, тот тренер, который подготовил спортсмена высокого класса. Это, я думаю, это не только в нашем виде спорта. И трудно сказать, где больше переживается, когда ты, будучи сам активным спортсменом, или когда ты в роли тренера. Вот Наташа Зиганшина. Вот так, молодцом. Наташа молодцом. Во-первых, она сделала трудную программу от начала до конца. Но видели небольшие ошибки в последней части упражнения, когда она разводила ножки, немножко подгибала, разброс ног был в группировке. Но это будем называть мелкие ошибки. А по большому счету она провела комбинацию хорошо и с насыщением таких сложных элементов. А вот нам показывают Людмила Ежова на бревне. Напоминаем, это второй ее снаряд. Вот мы уже говорили о том, что она на двух снарядах просто себя свободно и хорошо ощущает. А уж бревно-то, на котором все дрожат, она как-то его довольно успешно всегда почти проделывает. Она чемпионка России неоднократной в этом виде. Она чемпионка и Европы. И, в общем, девочка уже с большими регалиями. Такое ощущение, что она даже и забывает о том, что она работает на бревне. Вот этот прыжок со сменой ног в шпагате. И это серия называется прыжков, потому что она сразу выполнила прыжок с вращением, с поворотом на 360. Вот фляг назад, стойка на кистях, с поворотом на 180. Еще раз фляг поперек с поворотом. Вот эти все крючки такие вот загогулины. Это очень такие сложные каверзные элементы, а она спокойно, без всякого так особого напряжения. Создается впечатление такое, что она этим владеет довольно легко. Ну что ж, при приземлении была ошибка, это уже мы все с вами грамотные. А так она провела комбинацию довольно успешно. Я еще раз хочу напомнить, что здесь по российским правилам предъявляются особые требования. Особые требования в исполнении одиночных таких элементов высокой трудности. Вот как с этой точки зрения ее расценят программу, вот здесь вот Терехина, и как говорится, сейчас там изощряется, высчитывает, просчитывает так. И у нас сейчас Павлова Анна на брусьях. Монолог твой по поводу Хоркиной оценки и как выступает молодежь. Вот мы сейчас будем с вами иметь счастье наблюдать. А Анна Павлова, вы
общем, довольно успешно сделала. Сейчас, я думаю, может быть, ее в повторе будет показывать, а тогда отдохну и полегче будет комментировать. Первый раз я, в общем, честно вам искренне скажу, что мне хотелось, чтобы девочка выполнила от начала до конца упражнения. Ну, как-то хочется. Мы тем более обещали с Денисом вам, что женская часть будет гораздо интереснее. Она действительно интереснее. Вот как хорошо показывает нам вот эти повороты. Вот посмотрите, как вокруг одной руки, да еще она стояла в обратном хвате, вот не в таком естественном, абсолютно вытянутые ноги, вот сальто вперед, ноги врозь. И вот сейчас перелет, по-моему, она будет делать, с такой высоты она переходит. Сейчас посмотрим. Посмотрите, как руки вытянула и спланировала себя на нижнюю жердь. И все это так очень элегантно. Мы с вами вместе смотрели Ежовую, объявили оценку 9,4. Для бревна это весьма хорошая оценка. Я не без интереса ждала об оценке Анны Павловой, пока мы... И вот смотрите, она соскок какой делает. Два сальто прогнувшись. Вот сейчас она выходит уже. Подхлёстывает себе. Раз сальто, два сальто и приземление. Я все время объясняю, что прямым телом, а расстояние-то не очень... Разогнаться здесь нет особой возможности, как у ребят на перекладине там размашиться бит, правда? Полегче. Так, вот я вижу уже оценку Анны Павловой, 9,475, тоже хорошая оценка, тоже хорошая оценка. А сейчас Светлана Хоркина. Замираем и смотрим, потому что все ее в состоянии отсудить, абсолютно все. Я тут все могу ей поставить в данной ситуации. Во всех случаях была бы права, как судья. Объясняю, почему. Первое. Я бы ее поддержала морально, потому что это, ну, невольно она заслуживает уважения. И плюс она все это сделала. Были огрехи. Сейчас посмотрим, будет нам повторять или нет. Были огрехи такие, что она, хотел сказать, как в былой молодости абсолютно точно в стойках повороты все совершала. Сейчас везде чуть-чуть были маленькие недоходы такие, да, абсолютной вертикали. Вот, но просто умница, просто умница. Ну, вот вроде как все спокойно идет. Вот сейчас еще, ну, здесь это штальдер такой закладывается, и выход в стойку на кистях, поворот на 180, еще раз 180, и еще вот как, еще 360 вокруг одной руки. Это супер-е уже. Это значит очень сложно. Но вы помните о том, что она высокого роста гимнастка, и ей надо уместиться между этими двумя жердями и сохранить амплитуду движения. Я думаю, амплитуда всем понятна. Это чем шире, выше, дальше, это будет красивее, лучше. И потом она легкая очень по фигуре, по манере исполнения, поэтому на нее всегда смотреть приятно, легко, и не замечаешь, что это какой-то труд. Вот она, все эти перелеты, сальто, все сделала довольно... Вот, 9,55. Вот она 75 сотых отвоевала. Опа, все, за Молочковой нет. Ну, у Замолочковой, я должна вам все-таки еще раз напомнить, у нее буквально вот травма недавно была. Конечно, сразу это очень сбивает. Плюс снаряд не ее. Хоть она на нем удивительно много работает. И отрабатывает, и, как она мне рассказывала, сама рядом со Светланой Хоркиной во время тренировок, когда находится на этом же именно снаряде, потому что в зале находится несколько брусьев, но именно там, где Света работает. В общем, ее желание огромное дружить с этим видом. Ну, видите, как тоже. Вот уже сейчас с перестраховкой она аж на согнутые руки перелетела, поэтому трудно было ей снова войти в движение. Вот, уже сальто вперед, ноги врозь.
повороты. Ну, мы с вами уже в состоянии сравнить, честно, да? Что такое, вот ей надо... Видно, некоторая беда вот в коленях, в носочках. Как шнурочек, вытянуться прям в ниточку надо, чтобы быть абсолютно чистой и требовать большой оценки. Ну, а что касается всяких сальто, это для нее копеечки. Она это запросто. Вот она великолепно выполнила соскок, великолепно. Да, но настроение, конечно, у нее сразу изменилось. И, естественно, темп нагнетания борьбы за первое место тоже пропал. Потому что здесь таких сюрпризов, во-первых, 4 снаряда, если такую допускает оценку, уже негде нагнать. Это значит уже как бы обреченность. Жалко Леночку, жалко, потому что девочка очень хорошая. По всем компонентам она добрая, милая, внимательная, очень дисциплинированная по отношению к нагрузкам, тренировкам, и слово тренера для нее закон, что немаловажно в нашем виде спорта. Ну а вот, скажем, рискнули бы вы утверждать вот уже сейчас, Лидия Андреевна, да, что вот эта пара, тренер Надежда Масленникова и гимнастка Елена Лодчикова, это великий спортивно-тренерский дуэт. Знаете, как таковым считали Владислава Рашторовского и Людмилу Турищеву. Да, да. И еще есть ряд примеров, что далеко не только своими... из гимнастики. Я слово «великое», может быть, не лаба, но во всяком случае это уже такие примеры. Мы сейчас только с тобой отметили Хоркину с Пилкиным, да? Вот он уже заслужил более такого первого места, потому что стаж побольше хотя бы потому, да? Нет, это Лена... не вызывает вопрос. Да, вопрос нет. Лена с Надеждой Масленниковой удивительно, потому что, хотел сказать, обе молоды, но и, конечно, Надежда Масленникова не такого уважаемого возраста, как Борис Васильевич Пилкин, и при этом я хочу отметить, что хватает у нее умения, такта или какого-то, я не знаю, гибкости какой-то сохранять хорошие отношения со своей подопечной. Спасибо. Пожалуйста. Между тем, завершен второй раунд вот этой самой сильнейшей командой. Да, собственно, и все, что осталось не сделанным в этом раунде, это исполнение Лейлы Груздевой вольных упражнений. Вот, собственно, в данную минуту больше показывать нечего. Мало того, что снаряд закончен, уже закончена половина программы. Вот после первого вида многоборья мы с вами имеем возможность видеть. И Хоркина сохранила свою первую строчку, потому что она получила на брусьях, я вам напоминаю, 9.55. Так что развивается борьба, но сейчас я вам, милые друзья, напоминаю, что мы подходим с ведущей командой к бревну. Ну, правда, Ежова, которая конкурирует с этой самой ведущей командой, и то, кстати сказать, не очень, чтобы конкурирует, да, она идет на свой нелюбимый вид. Она уже прошла свой любимый вид, Ежова. Вот я хотела бы вернуться к мужской части, потому что после того, как у нас была возможность прерваться, отдохнуть немножко, я побеседовала с тренером Бондаренко, Алфосовым Валерием. Я говорю, в чем дело? Почему так? Просто уже отчаяние. И я считаю, необходимо обязательно вам, поклонники гимнастики, сообщить. Он так сказал, когда он выступал за командный перец, где он оказался первым, он там делал такую гратинную программу, на которую трудно было свалиться, хоть все равно падал, я видела. Я была на мужских соревнованиях. А сегодня, я, говорит, предупреждал. Ну и, к сожалению, я этого предупреждения не слышала. Я, говорит, предупреждал, что мы сегодня включаем все, как потребовал Аркаев. Вот как раз это тот момент, о котором я, в общем плане говорила, что вполне вероятно, что много сегодня было падения потому, что ребята включали новые элементы, которые еще не дотренированы до вот этого бесконечного точного исполнения, стабильности, так называемой, не доведены. Вот. Видимо, мы... И он объяснил этим, что ничего, говорит, удивительного. Он такой легкий, свободный. Я говорю, интересно. Я говорю, ничего удивительного. Мы тут, понимаешь ли, кулаки держим за него, переживаем, губы кусаем. А у него ничего удивительного. Я тоже пообщался с Алфосовым.
И да. тоже перерыв. Да. И тоже на предмет того, сколько же можно падать. Да. И вот... ну, в общем, все то же самое. Единственное, что я добавлю. Да-да. Вот на данный момент у Бондаренко, по словам Алхосова, вот его программа состоит только из того, что стоит 10 баллов базы. Ну, это то хорошо, есть, оказалось бы. Бондаренко входит в число тех пяти, может быть, а то и четырех гимнастов мира, гипотетически способных набрать 60 очков. Понимаю, то понимаю есть... это, да. Ну, максимальный удар. Вот да, вот да. Ну, я не знаю, конечно, это блестяще. Будем рассчитывать на эту перспективу. И успокаивать будем и себя, и болельщиков, и тренера, и гимнаста. Но тут палка о двух концах. Можно вот побороться за включение вот этих сложных элементов, а психологически оставить у себя вот там под коркой, что падаю, падаю, это падаю. Был второй аспект беседы. Так. И по этому поводу тоже. Ну, вот так. Кое-какие мысли у этого дуэта тренер-спортсмен тоже существуют. Желаю им успехов всяческих, конечно, творческих. Конечно, конечно. И... в смысле достижения какой-то психологической устойчивости. Сильнейшая команда, как вы видите, на брусьях разминается. Да. Ой, не на брусьях, простите, на бревне, конечно. Да. Денис, а я вспомнила, что существует такая номинация, я, к сожалению, не очень помню, как она называется, но где, я почему знаю, что как перспективная спортсменка года была названа Анна Павлова, за которой мы сегодня следим. И вручала ей этот приз Лариса Семеновна. Все очень так символично. И я знаю, что это Лариса мне конкретно рассказывала. И она ей, конечно, нашептала, наговорила добрых слов, пожелала ей успешных выступлений. Так что не только мы вот с вами говорим, что она действительно заметная гимнастка, но ее уже отметила и общественность российская, спортивная общественность. И это дополнительная ответственность на плечах этой юной гимнастки, которая у нас всего-навсего 87-го года рождения. Ей 16 лет будет или есть. Смотря на родилась. В рывне была Хоркина. Ну, пока идет все равно. Да-да-да-да-да. Знаете, как я говорил, в Дебрецене, в Венгрии, да. в октябре, на чемпионате да. мира. Светлана выступала, как мне показалось, все-таки потухшим совершенно взором. У вас не сложилось ли такое ощущение? Мы с тобой наблюдали, вот такое впечатление, что... вроде бы как уже, наверное, надо расставаться. Вот, может быть, это читалось, потому что не очень все получалось. Обиды на судейский аппарат. Это все естественно, когда уже не идешь впереди. Но Светлана, оказывается, все-таки не слабого набора, как говорится. Поэтому она сделала определенные себе, видно, внутренние выводы, задачи. И вот мы сегодня видим Светлану другую. Другую. То есть это уже все-таки... гимнастка Хоркина, свернувшимся к ней блеском в глазах, да? Да, 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 да. Нет, я думаю, что она, может быть, там некоторые корреспонденты или вообще СМИ, вот, все, ой, ну, мол, Хоркина заканчивается, наверное, все, и уже еще артисткой стала. Ну, много-много мы всякого по этому поводу слышим, наблюдаем. Но, наверное, недооценивают характер. Удивительно мощный, сильный характер этой хрупкой, худенькой такой вот хорошей девочки. Гон прозвучал, соревнования начались, и первый на бревне... Елена Анош. Да. Вот она уже на бревне, то есть на брусьях упала. Посмотрим, как иногда так выключается, спортсмены потом довольно легко проводят свои выступления. Связка такая камерная, все эти боковые сальто, конечно, очень неловкие для бревна, неудобные для бревна. А так вот жена, она хорошо для гимнастики, у нее вкус рост не очень высокий, но пропорции хорошие, длинные ноги, смотрибельная такая девочка. Вот она сделала такую акробатическую серию, сальто вперед и два назад. Прекрасный прыжок, только пауза. Вот это пауза, уже ее преподавать как на гимнастическую серию нельзя.
стоит готовиться, все равно подготовка является ошибкой, такая длительная подготовка. Но сделала она сальто вперед или так, сальто назад, поворот на 180. А проще сказать, гимнастический твист такой есть. Вот. Ну все, она надышалась, надышалась и двойной сальто со скок с ошибкой в 1.5. Вот это очень сложно, с поворотом и снова сделать перевод вперед и остаться на бревне, все это сложно, и сальто боком. Это трудная связка. Вот я понимаю, что сегодня в российских правилах поощряются именно вот такие сложные элементы. Пока девочки или те же гимнасты, мальчики наработают эти сложные элементы отдельно, это будет уже дополнительная возможность в будущем их соединить даже с более простыми элементами, все равно это будет преимущество перед другими гимнастами. Что-то ей там медицина что-то помогает, там пальчик или что-то она, может быть, воткнулась, так бывает, немножко вышибается. Ну, рядом тренер. Ну вот Зиганшина Наташа, которую мы тоже имели с вами возможность видеть на этапе Кубка мира, к сожалению, она, выполняя вольное упражнение, получила травму голеностопа. И очень переживали, и она оттуда уезжала в гипсе. Вот видите, какая сила воли у этих юных девчонок. И сила воли, и педагогическое умение тренера. Вот сумели они это все провести, почти не снижая нагрузки, травмы, она продолжала тренироваться, конечно, щадя ногу, а все остальное, как говорится, все, что не касаемо ног, она в грузе выполняла без конца физическую подготовку. Вот, к сожалению, все упало. И это уже беда по большому счету. И Зиганшина, она была у нас после первого снаряда пятой, а сейчас она, конечно, еще больше отвалится. Жаль эту девочку. Ну, это серия таких мелких прыжков. Неплохо готова, но, конечно, все-таки это представительница Ленинградской школы или города Санкт-Петербург, тоже очень с большими традициями, потому что там, я не знаю, уже с давних времен всегда есть кому научить, выучить хорошего спортсмена. Достаточно напомнить такие имена, как Тамара Манина, как Александр Детятин, как Ложкины. Да там Лена Давыдова, Лена Наймушна. Я боюсь сейчас кого-либо пропустить и не хочу не обидеть ни одного. Самое главное, что прекрасная школа тренерская и отсюда прекрасные гимнасты. Им бы только помогать и создавать условия. Но у них тоже там не шикарные возможности. Хотелось бы как-то обратить внимание мэра города Яковлева, который, конечно, должен любить спорт и помогать, особенно вот этим девочкам и мальчикам, которые так трудятся. Их труд может просто явиться уроком для подрастающего поколения в любом другом виде спорта. И я вам скажу, что гимнастическая подготовка, она во многих видах является базовой подготовкой. Очень много наших гимнастов уходит в акробатику, вот этот лыжный спорт, вот этот акробатический лыжный спорт, прыжки шестом, это все наши, как говорится, начинающие у нас гимнасты, которые добивались так разряда мастера или кандидата в мастера, и вот с этой мощной базовой подготовкой физической они покоряли уже в других видах довольно большие высоты. Ну вот уже Ежова пришла на вольное упражнение, упала, я видела. Так, вот это Наташа Зиганшина.
тоже высокая девочка. И, конечно, на бревне ей потруднее работать, чем, скажем, тоже Людмиле Ежовой. Центр тяжести высоко. Вот сколько на двойное сальто. В общем, я хочу сказать, что вот это двойное сальто стало как обязательная программа. Владеют абсолютно все гимнастки, но кто-то чище, точнее, четче, а кому это менее хорошо удается. Ну вот теперь мы с вами наблюдать будем за Анной Павловой. Тоже у нее неприятные предпосылки, потому что перед ней упала Наташа Зиганшина. Ага, вот она выполнила маховое сальто и степи, не ставя ножку на бревно, она сделала боковое сальто. Это сложность немалая. Фляг поворота на 90 градусов, и переход следующий ей не удался, потому что она потеряла равновесие. Да, и вот здесь вот она сделала фляг и бланш, то есть сальто назад прогнувшись на две ноги. Это, опять же, уже значительно сложнее, чем сделать это же сальто на одну ногу. Так, ах ты, хотела сделать прыжок на 360, прыжок углом с поворота на 360, но не до ворот, мало того, и потери равновесия. Вот это все вот каждый раз ошибка в 1/2 как минимум. Ну, прекрасный прыжок со смены ног в шпагате. Успокоить себя и выйти на финишную прямую. Рандат, фляг и 2.5. И двойной пируэт, я так поняла. Сейчас еще раз посмотрим. Немножко она, конечно, расстроена, потому что я просто знаю, сколько раз они это повторяют, упражнение на бревне. Они встают с бревном, как говорится, и уходят спать, отдыхать на бревне. Но вот что такое нервы? Вот это ее мама как раз, Наталья Павлова, рядом с ней сейчас. И что-то она, естественно, недовольна, потому что вполне она могла сделать более четкое упражнение, меньше допустить ошибочек. Ошибки были такие небольшие, но все-таки были. Что когда гимнастка выполняет, претендуя на серию, а допускает некоторые паузы, тут может расхождение быть у судей. Одни зачитали, другие не зачли ту или другую связку. А все это сходится у главного судьи на виде. И приходится подводить, как говорится, к общему знаменателю мнение всех шестерых судей. Вот, сальто на этот раз. Да, ну на недоворот такой значительный показал. Вот это как раз та судейская бригада, которая никак не может решить задачку. Как бы уже дали команду для выполнения Светланы Хоркиной. А на табло вот сзади номер 37, это номер Анны Павловой, пока еще оценку не открыли. Начала Светлана Хоркина. Mm.
Вот так, умница. Ну, Света прошла еще один этап к победе. Он такой очень напряженный. И я даже сейчас затрудняюсь абсолютно объективно сказать, сколько она может получить даже при условии максимальной трудности. Потому что, во-первых, болела, во-вторых, конечно, была осторожность. Заметная осторожность, расчетливость, но такая совершенно гроссмейстерская, нормальная. Понимаете, в этой ситуации безрассудно работать на этом снаряде нельзя и неправильно. В данный момент она решает задачу многоборья, победы в многоборье. Если бы это было отдельным видом, когда она претендует на лучшую исполнительницу в упражнениях на бревне, то, конечно, этого было бы недостаточно и в некоторой степени было бы, может быть, минусом. А здесь... Она как профессионал. Да, конечно, ей себя уравновешивать не слабо. Она очень похудела. Она прям и так-то худенькая, а сейчас... Так, Лена Замолодчикова. Оценка Анны Павловой, я напомню вам, 9 баллов. Сейчас работает Лена Замолодчикова. Сальто назад и еще раз фляг. И сальто сворот. То есть это фляг сворот на 180. Очень нервничают, очень волнуются девочки, потому что, я вам скажу, ширина бревна 10 сантиметров всего. И вот такие надо трудные выполнять элементы на нем, еще связывать, стараться без паузы. Как говорится, нанизывать все следующее. Я вот вижу, как Надежда Масленникова, ее тренер, можно сказать, мечется. Так, ну все, завершила упражнение. Если я не ошибаюсь, я успела что-то видеть на табло, то оценка Хоркина 9,1 за бревно. Вот такая не очень высокая. У Павловой 9, у Хоркиной 9,1. А мы с вами видели после двух снарядов на первом месте Хоркина. И разрыв с Павловой у них всего-то 1,75. Нет, 275, по-моему, так сказать. И сейчас Света Хоркина еще на 0,1 чуть-чуть больше имеет. Так что пока Хоркина с Павловой удерживаются перед последним видом. А вот, к сожалению, Наташа Тиканшина, мы видели с вами, что она упала. И, естественно, она, очевидно, уже на третьем месте не удержится. А Замолочкова тоже упала на брусьях. Вот тут, можно сказать, все они уравниваются в падениях и вполне вероятно опять выстроятся рядом. Ну вот, и пока будут высчитывать оценку Замолочковой, Лены готовится к старту Александр Шевченко. Это вторая ученица Виктора Гавриченкова. Естественно, за которую он очень переживает и болеет. Я хочу сказать, что команда Санкт-Петербурга вчера выиграла первое место на чемпионате России в командном первенстве. Именно вот, я бы так сказала, за счет того, что здесь вот такие есть ровные, сильные, хорошо подготовленные гимнастки, как Наташа Тиганшина, Александр Шевченко, Миллер Полина. Конечно, это уже такое ведущее звено. И они 25 тысячных. То есть 25 тысячных они выиграли всего-навсего у команды Приволжского региона, за которую выступала Светлана Хоркина, и там же была ее сестренка Юля Хоркина. В общем, это для них была радость невероятная, а для других прям буквально слезы.
потому что до последнего снаряда впереди были гимнастки Приволжья, ой, Поволжья. Вот это значительно смелее девочка ведет свою комбинацию. Она так размашется отчаянно, не готовясь почти. Неприятный прыжок с поворотом на 360, да еще по ходу она пыталась развести ноги в шпагат. Для на бревне выполнить такой прыжок далеко не легко. Вот и закончился третий вид на Габоре, и мы переходим к заключительному снаряду. У этой ведущей команды будут двойные упражнения. Как говорится, это венец гимнастического выступления. И с вами чуть-чуть подождем, как разложились девочки после третьего вида многоборья. Все, минут через 10-12 или там 15 максимум, мы будем знать, кто чемпионка России в многоборье среди девочек. Сейчас они выведут оценку Александре Шевченко, и мы можем спокойно уже наблюдать за вольными упражнениями, на которых уже идет разминка трехминутная, по 30 секунд на каждую гимнастку. И, ну, что я хочу сказать. Конечно, казалось бы, когда бревно проходит, гимнастка вздыхает, как правило, думает, ну, уж вольно это упражнение, в общем, как говорится, всегда сделаем. Но не тут-то было. Здесь тоже, к сожалению, до такой степени сложная стала акробатика, что не каждый может гарантировать успех, такое успешное исполнение ее. Поэтому вот в мое бы время, я уже бы сказала точно, если прошел бревно, то уже, если у тебя там... Практически ты уже знаешь, что ты можешь сделать, и если ты была первой, ты останешься первой. Сейчас я, к сожалению, этого сказать не могу, тем более на первом месте сейчас Светлана Хоркина с небольшим. Ну, таким для многоборья, конечно, он уже значительный отрыв, но ей надо будет сделать от начала до конца свои вольные упражнения, в которых она шикарно, хороша, красиво, хореографично, эмоционально и знает себе цену, как я выражаюсь. Но при всем том, надо справиться со всей акробатикой, которую выполнить надо еще не один раз, минимум как три линии акробатические. А вот, например, такая, как Зиганшина или Павлова, а им акробатика полегче. Или, нет, тут надо сначала начать, конечно, с Лены Замолочковой, это, о которой просто я всегда выражаюсь как фейерверк акробатический, какой-то совершенно неудержимый, не знаю, каскад этих всех вертушек, поворотов,
Только она одна успеет так прочитывать у себя в мозгах, это все быстро приходить на ноги и не вздыхая, по-моему, лететь на следующую акробатическую линию. Вот сегодня, вот сейчас мы именно все это будем с вами видеть. И спокойствие, и темп, и красоту, и атлетичность. Это все на все. Это способно по-разному каждая из участниц этой шестерки. Я сама с интересом и нетерпением жду, когда будет дан гонг о начале соревнований. И тем более это последний вид. Борис Васильевич Белкин, он и почти не говорит, чего они там нашептывают друг другу, но, видно, отгадывает, что надо сказать в тот или иной момент. Именно вот Света, как потрясенный, ничего не видит, что здесь и зрители есть, и конкурентки есть. Такое ощущение, что она ничего не хочет видеть. О, нет, вот, о, что-то такое поясничает, мартышничает. Ну вот за Натальей Зиганшиной мы с вами и будем наблюдать вольное упражнение. Девочка из Санкт-Петербурга. Чувствуется, что она еще в акробатической подготовке не на том уровне, на котором она вообще обычно выполняет акробатику. Она с ней, в общем, очень хорошо справляется. Но, видно, подстраховывает ногу все время, и любое приземление все время, значит, продолжается какая-то неустойчивость такая. Либо страхует ногу. Вот эта вот вертушка такая, буквально заключительная, да, она не просто так вставлена, она потому что уже элемент группы D, потому что она совершила достаточное количество градусов в повороте, и тем самым она себе тоже заработала на этом какую-то надбавку. Наташу просто надо поздравить с возвращением, потому что не так был... большим перерыв между этими двумя стартами. Это был уже декабрь, где она получила травму, правда, начало декабря. И сейчас она уже на равных со своими соперницами здесь соревнуется за место в многоборье. Ну вот нам еще разочек ее показывают. Они ищут с хореографом, с тренером, композицию, музыкальное сопровождение, потому что это так много значит для того, чтобы получить высокую оценку в вольных упражнениях. И как-то я думаю, что еще не вечер, еще надо пытаться, тем более она растанцовывается, и как-то от каждой следующей постановки все лучше и лучше. Ну, сейчас мы с вами наблюдаем уже Анну Павлову, которая сосредотачивается, ждет выведения оценки, или скорее ждет поднятой руки судьи, который разрешит ей приступить к исполнению. Вот, все, она уже доложила, что она готова. Наталья Зиганшина получила за вольное упражнение 9,25 балла. И смотрим за Анной Павловой. Игрует на дне.
вообще она на черте была, можно и не наказывать. Карандаш, степовое. И вот уже вышла за линию, когда выполняла винты, сальто прогнувшись. Мне думается, тут правильно, очень хорошее музыкальное сопровождение, оно как-то соответствует по движениям этому. Вот эта гимнастическая серия тоже необходима по выполнению социального требования. Да, закатающий по темпу не останавливаться. Тут надо и успеть и быстро сработать, а надо еще сохранить дыхание для выполнения акробатики. Рандатля и 3.5 винта и сальто вперед. Да, как-то она тут сейчас не сочеталась с концовкой, как-то она заметно подстраивалась. Ну, закончила и Анна Павлова. А после Ани Павловой пойдет наша Светлана Хоркина. И вот мы сейчас с вами тут все и будем знать буквально, вот буквально через 5 минут. Вот Анна Рандатфляк, пируэт задняя. И вот здесь она немножко топталась и на линии удержалась чуть-чуть. Думаю, что здесь простили ей это. А вот во второй акробатике она четко вылетела за линию ковра. Площадка так, обозначена 12-12, за которую нельзя выходить. Вот рандат темповой сальто. Это она не ставит ручки, видите? И раз поворотик, два поворотик. И три. Немножко недоворот и поскочила. Здесь нам не видно линии, но она, я знаю, видела это четко, что она заступила. Это последняя линия, и все. Здесь он только вот ждет музыкальную точку к концу, и все. Ей сейчас выставляют оценку, я вижу, на старте Светлана Хоркина. 9.225. Оценка Ани Павловой. Так, ну давайте... Думаю, она чемпионка. Все. Умница, Света. Тут прям не убавить. Ну, просто умница. Ну, королева и все в нашей спортивной гимнастике. И дай бог ей еще здоровье, терпение и удержаться на таком уровне. Еще много-много, чтобы она вела нашу спортивную гимнастику вперед и только вперед. Молодец, молодец. Вот все девочки рядом там
ошибались, падали. Казалось бы, ей скорее можно уже устать и ошибиться. Нет, она провела блестящее выступление. Я не жду оценки, но вот уверена, что она будет первая, и все. Вот, значит, на первом месте, я так думаю, ну, сейчас чуть-чуть осталось за оценки, это будет Хоркина, вторая Павлова. А вот за третье место борьба продолжается, потому что Зиганшина упала. Зиганшина все равно была на третьем даже после падения. На четвертом Шевченко, это после трех видов я вам рассказываю. На пятом Орловой, на шестом Змео. Мы ее не видели ни разу, она выступала в другой команде. Вот она пока на шестом месте. Сейчас выходит Елена Замолодчикова на вольное упражнение. Оценка, ой, замечательная совершенно оценка, 9,750 тысячных балла. Такой оценки я давно не видела на вольных упражнениях у Светланы, и хочу отметить, что я, в общем-то, не видела давно, чтобы она выполнила пируэт задний в первой линии. А здесь она была как лучшая акробатка, просто поздравляю. Ее и Борис Васильевич с этим успехом. Вот у тебя это Леночка Замолодчикова. Нога болит, и одного характера недостаточно. Ну, я что хочу сказать, конечно, тут уже ждать высокой оценки нам особо не нужно. Лена просто прошла еще раз, в общем, довольно с хорошей композицией, самого упражнения, постановка, музыкальное сопровождение. Все замечательно, но в той акробатической подготовке, которую мы знаем, способна нам показать Лена Замолочка, она была сегодня, конечно, не та. И простим ее, как говорится, за такой уровень исполнения. А еще раз порадуемся за то, что блестящую оценку за вольное упражнение получила Светлана Хоркина, 9,750. Это я не помню, когда она такую получала именно на вольных упражнениях. И это говорит о том, что совсем-то не надо даже и заниматься такой ерундой, как списывать, кому-то это интересно было, Шумал заканчивает, она гимнастику не заканчивает, она никого не спросит, сама все решит, сама все сделает. Сама распорядится своей и спортивной судьбой, и любой другой. Вот на первом месте Светлана Хоркина, на втором месте Анна Павлова. Теперь будем ждать только третьего места. Я думаю, Зиганшина тоже удержится на третьем. Сейчас выходит на старт Александра Шевченко, занимающая пока... А, кстати, она с Зиганшиной делит одинаковый у них результат после трех видов. 27-175. Так что надо посмотреть. У нас Зиганшина получила на вольных, если я не ошибаюсь, 9,220. Не очень помню, посмотрим. Ну что, ах ты, только хотел похвалить, девочка взялась. Трудное, за трудное исполнение, согнувшись сальто, двойной сальто назад с пируэтом, но коснулся руками. Все, полбалла она сразу отдала. Но девочка так вот крупненькая, крепенькая, физически, конечно. Вот они где-то с Зиганшиной переплетаются. Чуть-чуть одна, может быть, повыше, другая так, по коренасти. Ну даже трудно, это слово не годится к ней. Хорошая девчонка, хорошая гимнастка. И в руках хорошего тренера.
Вот мне сейчас очень жалко, что я не знаю оценку Зиганшиной на войнах. Не помню просто, может быть, я и говорила, ее не запомнила. Ну, а, собственно, даже не обязательно вспоминать, уже наверняка Зиганшина выиграла, потому что эта девочка в первой линии грубую ошибку допустила. Так что в женской части никаких неожиданностей, таких резких, не получилось. Вроде как вот выстрелились они почти с самого начала, Хоркина, Павлова, Зиганшина, так они и завершают. Естественно, обязана была здесь вмешаться в борьбу за Молочкова, но, еще раз повторяю, у нее буквально свежая травма ноги, поэтому, безусловно, она в полную силу. Даже вопрос стоял о том, будет ли она выступать или не будет, но она выступала. Они посчитали с тренером, что надо выступать, плюс надо было помочь команде Москвы. Так что, я думаю, это не мешает вот лишний раз порепетировать на помосте. Вот и заканчивается чемпионат России в многоборье. Но я хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что завтра в 11 часов утра в этом же Олимпийском дворце спорта мы снова будем комментировать или показывать по нашему любимому каналу НТВ+, гимнастику. И самый интересный день, хочу сказать, потому что это будет разыгрываться кубок в отдельных видах многоборья. То есть самый лучший исполнитель на том или другом снаряде, но называться он будет не чемпионом, например, на брусьях, а обладателем кубка в упражнениях на брусьях. Разыгрывается кубок России и в мужской, и в женской части. Все это будет начинаться в 11, и с 11 до часу за 3 часа пройдет этот финал. Так что спланируйте, пожалуйста, свое время и подойдите к экрану. Елена Ношина. Претензии на такие какие-то минорные страдания. Ну и, в общем, она пытается выразить вместе со своим хореографом какие-то движения. Молодец. Но не до ворот. Молодец, я говорю, вылетают так здорово. Просто еще не доработан или волнуется. Конечно, она спокойно, без ошибки может выполнять эту акробатику. Хорошая девочка, и очень хочется поздравить Республику Чувашскую и город Чебоксары. Так что там не только мальчики хорошие, но и блестящие девочки. И поблагодарить тренера Фомкину Татьяну и Платонову Светлану за прекрасную ученицу. Так что по женской части я вижу больше потенциальности побороться за хорошие места на самых высоких стартах мировых. Несмотря на то, что тоже сегодня не все гладко было, но все-таки Хоркина показала, что она жива и сильна, что Зиганшина восстанавливается, что Замолочкова у нас есть, что Павлова прекрасная. Так что вот уже достаточно на чем строить свои золотые мечты. Хорошая девочка, то есть Елена Аношина. Вот уже команды 6 человек, просто я ее вижу, я думаю, не только я ее вижу, видит ее и Аркаев, и тренерский состав. Только бы, как говорится, удержать и хорошо их подвести к следующему старту. Так, и у нас еще осталось за Аношиной Леной. Все, Аношина, закончили соревнования. Да. Ну вот нам показывают Людмилу Ежову.
Все-таки она заслуженный мастер спорта. Конечно, достойна на телевизионного кадра. Рандат, фляг. И вот это ее аскольдова могила. Вообще прыжок и вольные упражнения – это не ее снаряды. И, к счастью, вы не видели вольные упражнения. Она там упала, по-моему, раза три. И вот сейчас тоже нях. Здорово выполнила прыжок. Очень он короткий по фазе полета. Прям, я бы сказала, так облизала снаряд. Вот мы сейчас видим главного тренера соревнований Виктора Мельникова. Рядом главные секретари, это Олег Грачев и Леонид Петров. Люди уже с огромным опытом, которые, конечно, очень помогают успешно проводить соревнования. Им высказать благодарность за это надо обязательно. Вот уже мы видим цветы, это уже подготовка к награждению. Сейчас буквально через несколько минут будет поставлен пьедестал, и на нем займут места победительницы этих соревнований. Но мы уже с вами знаем, так как мы наблюдали за ходом выступлений, и, значит, золотую медаль и звание абсолютной чемпионки России 2003 года получает Светлана Хоркина, на серебряном месте или серебряную медаль Анна Павлова. А третью немножко подожду. Но мне думается, это будет Зиганшина. Потому что я не очень помню ее оценку. Ну, на этом мы с вами заканчиваем репортаж из Дворца спорта Олимпийский. Помогали вам разбираться со спортивной гимнастикой заслуженный мастер спорта Лидия Иванова и Косинов Денис.